По статистике, число дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов с началом летних каникул увеличивается. У школьников появляется свободное время, которое ребята предпочитают проводить на улице, зачастую забывая об элементарных правилах безопасности. Новая детская разметка, появившаяся в Одинцово, призвана обратить внимание и напомнить юным пешеходам о правилах дорожного движения. Очень яркие надписи, бросающиеся в глаза. Это на самом деле то, что мы как раз и хотели, то, что нужно обратить внимание, в первую очередь, конечно, детей, а так это касается всех людей, которые зачастую переходят дорогу в наушниках, с телефоном, в общем, не уделяя должное внимание дорожной ситуации, к сожалению, бывают действительно какие-то плачевные ситуации. Проект по нанесению детской разметки сообщество родителей Одинцовского городского округа представило осенью прошлого года. Его поддержал и глава муниципалитета Андрей Иванов. Очень хорошо для детей, все это ярко. Надеемся, что они будут на это обращать внимание, и это будет хотя бы более безопасно для их пешеходных переходов, чтобы переходить к школам. Список мест в Одинцово, а их чуть более 20, где в ближайшее время появятся предупреждающие надписи, составили на основе пожеланий родителей. Кроме того, учитывалась и статистика ДТП в конкретных точках города. Теперь разметка будет нанесена вблизи большинства детских образовательных учреждений по всему городскому округу. Екатерина Яровая, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».